Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Хай! Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, это канал Александр Смит исполнение и Мессии Смит Плей. Стратегическая победа — это победа в последнем заезде. Сентиментально, с точки зрения психики, мечтательно. Можно помечтать, друзья, это последняя трасса. Предельная норма успеха — это побеждать, медаль от разработчиков. Предельная норма успеха — это брать просто и выигрывать прямо сейчас. Продолжаем играть в Trackmania Sunrise Extreme. Это последняя трасса, которую мы в прошлой серии с вами не смогли. Как говорится, победитель? Нет. Надеюсь, сегодня мы не зафейлимся. Я, естественно, решил это без записи показать все эти самые трассы. Я их заново проехал и подумал, они не нужны сейчас. Зачем опять их заново по 100 раз проезжать? Там единственный момент. Во второй трассе я побил рекорд небольшой. Но если что, друзья, мы сейчас ее проедем для ясности, чтобы внести все понятия, все моменты, чтобы, соответственно, друзья, сейчас не было никаких вопросов, а как это, почему? Я проехал трассу без записи, что такое, так не делается. После я подумал, ну и так в прошлой серии с вами много зацепили внимания на этих трассах, поэтому сейчас, если сейчас я зафейлюсь, мы поедем все трассы заново, потому что нам нужно пройти кубок, чтобы пройти безумие. Потому что без безумия нету безумия, без кубка нету безумия, поэтому надо сейчас нам как-то попробовать в конце проехать так, чтобы наша машина перелетела, что ли, тот момент, или наоборот не перелетела, потому что если сейчас она перелетит, я отбиваюсь, и машина маленько теряет скорость. Вот здесь мы ее обходим, смотри, говорят, это золотую. Вот здесь мы ее обходим, спокойно, концентрация. Допустим, я решил отпустить. И правильно сделал, друзья, это победа в кубке. О чем вы хотите поговорить сегодня, друзья? О чем? О победах? Только о победах. Закончилось 11 число. В общем, друзья, вот мы с вами закончили в тот день, 11 октября, где я не мог ничего выиграть, где я зашел в FK24 и выиграл всего лишь из 8 матчей 2. Конец этого дня, 11 октября, 2 матча из 2 я выиграл 2. Мне надо было всего 2 раза, чтобы выиграть. Друзья, знаете, в чем смысл? Вот в чем смысл? 11 число — это такое наглое число. Это число, которое меня... Я родился 11 числа. Должно быть победное число, должно быть верующее число, надежное число. Друзья, вот тут обновился. 54-50. Ну, давайте, друзья, для ясности, друзья, давайте переедем эту трассу, и я попробую, друзья, побить рекорд, раз я побил рекорд только что сейчас. Просто так, просто взял и побил рекорд. Я даже не хотел его побивать, просто взял и побил рекорд. Я даже не думал, что смогу побить рекорд. Вот они два пиздюка едут впереди, я попробую сейчас их побить. Я попробую их сейчас побить так, чтобы они больше не сувались к нам, потому что, соответственно, вот почему мы так предали, сейчас сконцентрируюсь и скажу мысль, которая сейчас до меня дошла. Почему мы так предали эту самую, столько ясности, столько уважения мы предали тому факту, что Джейсон Стэтхэм появился в 11 серии, и все, и это сразу стал момент, что это победитель. Почему столько уважения к этой персоне, к этой личности? Друзья, я еду на разработчика. Нет! Нет! Fucking shit! Остановись! Стоять! We go shut you know your role. Рекорд прям сразу есть, друзья. Рекорд прям сразу видно, что я побил разработчика. Давайте еще раз проедем и поедем безумие. И поедем безумия. Спокойно. Сейчас сможем. Вот, идеальный момент. Видели как? Мне прям горячий. Сегодня я горячий, прям готов, чувствую. Чувствую, что готов. Хоть и пятница 13, но я готов. Так, спокойно. В принципе, нормальный момент. Сейчас главное, сейчас нам здесь проехать хорошо. Вот этот сложный момент, я тут не знаю, как точно нужно делать. Допустим, вот так вот. Допустим, нормально. Допустим, вот так не форсирую, не фоксирую, не форсирую, не мадана. Нормально. Минута. Секунда 55, почти 2 секунды. У нас есть разрыв. Я вот так торможу. Я вот так хорошо. Давай. Давай, девочка, конфета. Давай, малышка. Давай. Давай. Ой, девочка, да ты просто. Ой, как ты крутишься. Как кувыркаемся с тобой сегодня. Как мы с тобой сегодня покувыркались. Вот так вот, друзья, это проходит. Вот так вот это проходит. Невероятный рекорд от разработчика. Я вам говорю, друзья, предельная норма успеха — это брать от этой игры все. Это остров очарования. Остров очарования, друзья. И мы, друзья, с вами говорим про Trackmania Sunrise. Экстремальная наша. Короче, мы проехали с вами кубок, друзья. Еще очередной кубок, друзья. Вот я вам... Да ты куда? Опять зашел. Я в эту трассу зашел. Я вам, друзья, доказал, что я обновил рекорд. Решил просто... Может... Джейсон Стэтхэм. Вот почему, друзья, вот мы придали столько
столько крутости Джейсону Стэтхэму сделал, это такое уважение. Мы придали ему к этому имени, к этому респекту столько предпочтения. Это просто педант, это обстоятельный, это помпезный, невероятный. А что я с ним делаю? Как бы это, Джейсон Стэтхэм. Джейсон Стэтхэм, прикинь, я сейчас тебя обгоню с первого раза. Оу е. Оу е, вот это да, спокойно. Это почти, друзья, это почти. Это почти Стэтхэм. Я говорю, друзья, рекорд не вечный. Рекорд, оказывается, не вечный. Можно побить рекорд Джейсона Стэтхэма. Серьезно вам говорю, а ты что, не верил? Ага, серьезно, спокойно, еще раз проедем. Это тоже, кстати, уже хуже. Мы отпускаем, друзья, свою прозрачную голограмму. И голограмму нейросетей, который компьютер проезжал в 2005 году, медаль от разработчиков, их предельная норма успеха, их предел возможностей. Так, спокойно. Вот уже хуже, друзья, вот уже еду хуже. Ну, в принципе, как вариант, друзья, я побил рекорд, будем частенько заходить, мы Стэтхэма в покое не оставим, и, естественно, друзья, попробуем на острове очарования сделать все возможное, друзья, потому что... Мы, конечно, придали уважение ему сразу, его рекорду, его имени, его всему. Просто это Стэтхэм. Это Стэтхэм, пусть пока вечно остается там, где он есть. Он пока первый, он и есть первый. Или посмотрел его новый трейлер фильма очередного. Чела, вот. Неужели что-то будет, типа, гнев человеческий? Все может быть, друзья, потому что это Стэтхэм. Я очень жду с ним новых фильмов. Что-то как-то я хреново еду, мне кажется. Ну, в принципе, нужно вообще, по идее, нужно по большим. По большим малая вероятность того, что ты перелетишь. Но всякое может случиться, всякое может произойти. Кстати говоря, это сложная трасса. Это сложная трасса, здесь можно проиграть. Здесь можно не набрать 15 раз. А может, смотрите, что здесь происходит. Видите, что происходит? В принципе, если в первую вот эту вот фазу проехать нормально, не паниковать слишком, вот здесь как нужно? Здесь нужно прицелить. Но если мы будем тормозить, мне кажется, нам просто времени не хватит. Хотя, по идее, мне кажется, пока хватает. Пока всего хватает даже. Я бы сказал, вообще хватает. Допустим. Здесь нужно притормозить. А, вот и все. Вот так вот нам может не хватить времени. Если мы будем сейчас постоянно нажимать рестарт, что мы не любим. Мы не из таких, кто нажимает постоянно рестарт. Вот эти вот всякие ненужные... Мы не из таких. Мы рестарты не жмем. Нужно постараться, друзья, сейчас нам не улететь с этой трассы. Потому что мы с вами профи. У нас не получалось в прошлой серии, да. А в этой уже намного лучше. Мы гораздо смотримся. Почему реально мы столько придали огласки Джейсону Стэтхэму? Вот он появился так внезапно. Блин, уйдите, не видно. Не видно за... Тихо. Вот он так появился внезапно, да, и столько ему внимания мы уделили. Не просто потому, что мне нравится Джейсон Стэтхэм, потому что он реально, друзья, заслуживает уважения, респекта. Всего самого лучшего. Профиль Джейсон Стэтхэм, если что. Или такой обычный день у меня, как бы, мы часто обсуждаем с вами, какой у меня день в этой игре прошел. Но день у меня сегодня был, кстати, неплохой. У меня был сегодня день... Встал с утра на работу, пошел. Я же все-таки стример-то бедный. Работать надо. Пошел на работу. Ну, как обычно, такой хмурый день, какая-то бронза. Нависли туч на небе. Вот это вот слякоть, вот это появляющая в октябре. Вот это вот грусть, вот это вот все, вот это вот. Да, Тракмания, она любит лето. Она за лето, она любит лето. Она любит лето, она обожает лето просто. Так, спокойно, сейчас можно отъехать. Сейчас далеко можно отъехать. Она любит лето. Это самая жаркая игра, в которую мы с вами играем. Это настоящая игра про жару. Это самая летняя игра в нашей истории прохождения игр, друзья.
Сейчас хмурое осень наступила. Я, кстати, осень, в принципе, люблю. Вот я сам тоже хмурый человек. Такой напыщенный в основном. Это как бы я на камере такой, да, вроде бы нормально, такой веселый. А по факту-то вроде я напыщенный. Напыщенный я такой человек. Как и осень сама по себе. Я, в принципе, к осени нормально отношусь. Вот эта вот хмурая погода, нависшие вот эти вот тучи нависли. Мрачные такие. Так, я, по-моему, сейчас не успею доехать, если так буду ездить. Если так будем продолжать, мы не доедем. Пока успеваем, мы почти впритык. Прям впритык едем, потому что уже вот восьмой период, их 15. У нас 14-я сегодня серия, скоро 15-я. Вот мы постепенно, друзья, с вами набираем ход этой игры. Ведь игра реально, друзья, заслуживает много серий. Блин, если это сейчас плохо сейчас может произойти. Ну я, конечно, гениальный, но это уже слишком, друзья. Это уже слишком. Докатиться на машине не просто. Да, эта игра не знает физики, друзья. Здесь можно даже так, оказывается. Здесь можно даже на такой стадии, на таком моменте. Вот вам и этап флажка, мы на стадии уже. Флажка нужно докатиться до конца, чтобы не потерять эту трассу. Потому что если мы проиграем это безумие, ну нельзя переезжать это такой себе, опять эту трассу. Главное вот эту вот первую стадию, вот эту первую фазу пройти нормально, и тогда все будет отлично. Потому что здесь, в принципе, не сложно. Здесь вот так вот мы делаем, здесь вот так вот мы делаем. Все. Все элементарно. Все просто. Настолько легко, как ты только представить не можешь. Вот ты вот учился в школе, и ты сейчас вспоминаешь какие-то моменты, которые тебе давали сложно. И сейчас ты вот вспоминаешь их, это ты думаешь, это так легко. И лишь просто нужно уловить какой-то момент. Так, а сейчас, походу, нелегко будет. Так, ну надо собраться, потому что у нас осталось еще 5 заездов, у нас время-то впритык. Мне кажется, друзья, они просто мне уже мешают своим этим. Их слишком много стало. Не как это, как вирус. Не как вирус, друзья. Они как вирус, их становится больше. Блин, такими темпами мы сейчас не пройдем спокойно. Собраться надо. Сейчас еще безумие будем проходить, ага. Я сегодня победитель. И точка. Ну, 2 секунды это много. 2 секунды это много, но остается 4 заезда, у нас времени прям впритык, нельзя просто больше ошибаться. Права на ошибку у нас нету. Исчерпан лимит. Исчерпан лимит, поэтому, друзья, вот так вот делать больше нельзя. Насколько остается-то? У нас действительно больше нет шанса. Блять! По-моему, не успеем. Это уже слишком много рестартов. Это, блядь, слишком много рестартов. Сколько рестартов не должно быть. Почему я не стал проезжать трассы эти? Потому что тут скорость маленькая у меня. Понял. Слишком маленькая скорость на первой фазе. Ну, допустим. 12 у нас заездов. Прям почти не успел. Так, 20. 13-14. В принципе, если я считаю с математической данной составляющей фигурой, нам остается проехать 3 раунда. У нас минута. Они идут по 20 секунд. По 19, даже по 18. В принципе, если мы не ошибаемся спокойно, мы проезжаем. Мы проезжаем. Мы ошибаемся. Ну, друзья, вам скажу, безумие вот это уже сложное. Это уже безумие сложное. Здесь может реально мне повезти. Я думаю, друзья, нет смысла дальше ехать. Мы реально не смогли. Мы реально не смогли. Почти, но мы реально не смогли. Я очень старался, но мы не смогли. Давайте, друзья, для ясности еще проедем первую трассу последний раз.
Вот один поворот, друзья, один поворот может лишить всей гонки. Результат тут просто построен на всей тонкости игры. Результат построен на всей тонкости трассы. И прямо вот, вот нельзя просто нигде ошибиться. Нигде. Не, я реально хорошо проехал первый раз. Реально 47 секунд. 86 доль, друзья. Это очень хороший результат. А, Джейсон, ну, такой, да? Такой, да, смотрю. Друзья, давайте, знаете, куда заглянем? Давайте заглянем в конструктор трасс. Давайте попробуем что-нибудь создать. Что-нибудь такое придумаем, эдакое. Маленько расслабимся даже. В принципе, друзья, как вариант, я думаю, конструктор трасс вернется в 16-ю серию. Как вариант, друзья, я спокойненько пройду это на профиле Александра Смита, друзья. Ну, вы сами все знаете. Соответственно, друзья, другой профиль, который отдельно проходит. Но мы посмотрим, как он построил трассы, как он проехал. Проехал ли он хорошо, есть ли шанс его обогнать. Потому что, друзья, вот тут вот сидеть, выстраивать трассы, как они тут правильно строятся. Как бы это такое себе, потому что я могу здесь очень долго просидеть. У нас серии не такие уж большие. У нас серии просто минимальные. Здесь нужно построить ее как-то странно. Построить ее здесь красиво, как я могу ее, в принципе, построить, это неправильно. Потому что нужно проехать, по сути, напрямик. Я просто помню по тесту. Допустим, вот так вот. Допустим, вот так вот. Вот так вот. Так он не заедет. Не, мы можем, конечно, построить ее очень, так, знаете, довольно правильно ее построить, чтобы все конкретно было. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Типа вот так вот. Это легко. Но мы, друзья, потратим очень много времени, пока вот это все будем объезжать. Нужно построить ее не так. Нужно ее как-то, знаете, выстроить. Даже если вот так вот. Даже если вот так вот. Я предполагаю, что даже если вот так вот. Это уже, друзья, куда правильнее будет. Кстати, а мы там не заедем, да, наверное? Ну-ка, давайте проедем, друзья, давайте проедем. Здесь, да, сложно, тут не видно, где трасса построена. Но вот напрямик тут надо, тут просто нужно напрямик. 10 секунд, 9 надо где-то так вот. А, ну даже если, допустим, мы, смотрите, мы прыгаем прямо, мы попадаем вот сюда вот. Попадаем вот сюда вот, и нам логически нужно вот так вот ее. У нас еще одна, кстати, остается. Кстати, друзья, смотрите, мы так попадаем сюда. Если мы... Хороший вариант. Хороший вариант. Я придал идее этой трассе, друзья. А идея, момент, идея. Спокойно. Допустим. Ну, я почти гениален. Я почти гениален. Ну, это, конечно же, не так работает. Конечно же, это работает не так. Нужно поставить ее так, чтобы... Настолько было удобно и комфортно ее проезжать. Прямо, кстати говоря, она не долетает. Прямо, кстати говоря, она не долетает. Значит, нам нужно как-то вот эту поближе поставить. Если вот так вот. Летим ли мы? По идее, тут нужно просто построить трассу так, чтобы просто напрямик ехать, и все. Напрямик просто как вот так вот прыгать, и все. Я понимаю это как-то так. В принципе, неплохо. В принципе, неплохо, но маленечко тоже не хватает.
если вот так вот. Это странно, но попробуем. Друзья, я вам сказал, что эти трассы, конструктор трасс, друзья, если кому-то нравится эта версия гонок, то она будет, друзья, в следующей серии. Вот, друзья. Хотя бы так. То она будет, друзья, возможно, не в следующей серии, друзья, а... Ну, я по ходу конструктора трасс, друзья. Я маленечко просто придал идеи этой трассе, друзья. Я создал трассу и довольно неплохо создал, друзья. Это золото. А золото, значит, хорошо, потому что разработчики здесь... Кстати, разработчик здесь тоже существует. Разработчик здесь тоже существует, друзья, но это тонкая грань, потому что разработчик как-никак он знает, как эту трассу строить, а мы только догадываемся, или как эту трассу строить. В общем, вот и все, вот и вся идея. Давайте, друзья, на веселье оставим трассы. Мы сегодня прыгали в безумие, друзья, по этим кочкам. Давайте, друзья, попробуем здесь обновиться. Попробуем обновиться здесь. Здесь, кстати говоря, есть рекорд у Александра Смита, ему принадлежит очень хороший рекорд. Постараемся что-нибудь такое подобное эдакое придумать. Ну-ка. Здесь достаточно... Да, нифига себе, друзья. Что-то я сегодня капуха очень хорошо играю, друзья. Очень хорошо я сегодня играю, вам не кажется? Хоть мы безумие не прошли, но я хорошо играю сегодня. Друзья, ну это уже рекорд. Это уже рекорд. И достаточно неплохой. Это золотая, кстати. Это, кстати, золотая. 320 на разработчику. Давайте попробуем. У нас есть все буквально минут 5. Я, кстати говоря, очень хорошо проехал первый раз. Тут уже херня, тут уже херня. Нужно больше 100 набирать. Чтобы очаровать эту гонку, чтобы очаровать наш результат на острове очарования, нужно набирать больше, чем 100. Нужно 100 плюс набирать. То есть мы набираем 100 плюс... Даже 136 это уже лучше с точки зрения стратегии. Потому что при таком результате мы можем побить рекорд 320. При результате меньше 100, о чем тут можно говорить? Говорить тут не о чем. И не хватает в последнем. Тут, знаете, это как прыжки в воду. Мы же с вами говорили сегодня про Джейсона Стэтхэма, про педанта, про мистер уверенность, мистер британская лысина. В общем, мы говорили, друзья, с вами про... Прыжки, это как в воде мы прыгаем, друзья. Прыжок в воду, он тоже должен быть настолько идеально исполнен, как и это идеальное исполнение, как мы сейчас, друзья, с вами делаем. Кстати, неплохо, но мало. Почему-то дают мало. Почему-то дают мало, мне кажется, должны дать больше. В чем тут такая вот... Причем здесь все-таки исполнение, даже не понимаю. Вот так, например... Кстати, друзья, мы с вами просто красавчики. Если сейчас мы лоханемся, друзья, я заключаю сделку с дьяволом и выключаю тут раз спокойно. Все-таки придется мне заключить сделку с дьяволом. Ну ладно, друзья, это, конечно, все интересно, забавно, красиво, классно, друзья. Но у нас еще остается 5 минут, друзья. Давайте попробуем все-таки безумие напоследок. Давайте уже добьем безумие. Безумие начались, безумие закончим. 6 минут, думаю, нам достаточно. Ну, может, чуть больше будет 30 минут серия, ну ладно. Я, по крайней мере, друзья, отрендерил, естественно. Начало. А не терять, друзья, не терять время в начале. Мы слишком много с вами рестартов сделали в начале. Вступили в это безумие, подписали контракт с безумием, и мы потерпели неудачу с вами. Пока что 14 секунд. В принципе, если мы вот так вот будем постепенно, 15 раундов просто наши. Просто 15 раундов, как и 15 серия, следующая будет наша. И мы спокойненько, мы аккуратненько. Так аккуратно, нет? Ука, спокойно. Право на ошибку у нас есть, но не очень много. Главное больше не ошибаться, стараться. Потому что лучше оставить, друзья, время напоследок, чем мы сейчас все истратить, и чтобы вообще больше ничего не осталось. Это же такое себе, это такое себе. Поэтому, друзья, будем об этом думать. Неплохо. Вообще идеально. Вот так, если будем проезжать, просто будет суперски. Настоящий уровень мастерства. Ну что, мастер здесь. Кто, как говорю, мастер, мне не везет. Мне не везет, я должен быть мастером. Победитель здесь. Нет! Нормально, главное, что цель турбо написано. Кстати, написано турбо на этих самых знаках. Это говорит о том, что трекмания еще существует, турбо.
которая, друзья, будет на трансляциях, но вскоре, я думаю, друзья, мы, хотя Турбо, я даже не знаю, может, Турбо и будет на трансляциях, хотя там, если обновлять рекорды, если прям обновлять рекорды, то вполне себе даже, может быть, мы засунем ее на видео. Ну, посмотрим. Так, мне кажется, что мы не успеем. Мне кажется только. Эти можно и по маленькой, в принципе. Кстати, 25-25, нифига себе. 25-25. Нифига я успел, друзья. Как настоящий супермен, друзья. В последнюю секунду, в последнюю миллисекунду, друзья. Он спасает в очередной раз Лану Лэнг. Гениальный просто же Кларк Кент. Кларк Кент просто особенно. Так, спокойно. Как и я. Как и я. Я же тоже особенный. Вот как и Супермен. Я Супермен. Не, я лучше. Я Спайдер. Я Спайдермен. Не. Я Росомаха. Росомаха Волверайн. Уе. Уе, да, когтистый друг, спокойно. Когтистый друг, спокойно. Пока довольно мне нравится. Пока довольно мне нравится. Даже я бы сказал, вообще нравится. Хорошо, ладно, ладно, хорошо. Ладно, хорошо, хорошо, ладно. Хорошо, ладно, ладно, хорошо. Спокойно. Вот так вот, нормально. Тихо. Тихо. Спокойно, блядь. Спокойно. Вперед. Нормально. Нормалек. Притык. Спокойно. Опа. Опа. Отлично, отлично. Пока не теряем, друзья, слишком мы слишком тратим много времени в первом заезде, сейчас уже лучше. Довольно продуктивная серия сегодня. Довольно продуктивная серия, я сказал бы. Я сказал, очень продуктивная. Так, спокойно. В принципе, если здесь притормозить, вообще спокойно. Главное сейчас не отвлекаться на вот эти вот всякие здесь слишком, слишком много становится. Они как бы это, их клонируют. Клонируют. Это слишком опасно, это слишком много. Машин становится все больше и больше с каждым заездом. То есть они маленечко, конечно же, отвлекают. Мне кажется, в этот раз они отвлекают. Может, предыдущие трассы, которые мы проходили в безумие, были намного проще, нежели эта трасса. Но мне так кажется. С точки зрения этой трассы. Сейчас было опасно. Мы справились. Ты выиграешь, ты лучше, спокойно. Ты выиграешь, ты лучше. Так, спокойно, надо думать об этом. Нужно быть на трассе. Все мысли о трассе. Если ты мыслями в другой идее, то до свидания. Я тебе говорю, друзья, я сейчас тебе говорю по факту, друг мой. Если начинает мысль гулять где-то там, то нет победы. Нет страха, есть скорость. Нет скорости, есть страх. Как скорость появляется, страха нет. Страх тут же убывает страх. Страха нет. Уйди страх, приди победа. Уйди страх, приди победа. Спокойно. У нас еще 2.5 минуты. Это довольно много. И на секунду показалось, что микрофон выключен. Вот это было бы смешно, я говорил бы все бы это зря. Я говорил бы это все бы зря. Это было бы смешно. Ну, всякое бывает, друзья, когда ты записываешь игры, может и там что-то не записываться, и тут бы что-то выключено, и звук в игре может не фиксироваться. Всякое может случиться при записях. Поэтому, друзья, говорится, мы не роботы, мы не нейросети, мы не виртуальный искусственный интеллект, мы ошибаемся. Люди, они такие, они любят ошибаться, потому что без ошибаний мы слишком становимся странными. И это нас даже может пугать. Ну, наверное, пугать, блядь! Сука, пошли мысли об искусственном интеллекте. Спокойно. В принципе, можно по маленькой проехать. По маленькой проедем. В принципе, по маленькой нормально. Я что-то боялся, по маленькой нормально, по маленькой. Окей, безумие в кармане у нас. Ну, я раньше не говорю, конечно, у нас еще есть право на ошибку, но оно минимальное прям. Сука, блядь.
фак! Все, друзья, я не знаю, я не мастер. Я не мастер этой игры, походу. Я думал, что я не реальный мастер, я не мастер. Все, мастер? Нет. Бидель? Нет. Не знаю, что будем проходить в следующей серии, я что-то прям расстроился. Безумие, блядь, опять мы не будем, друзья. Безумие это проходить в следующей серии, думаю, что-то другое будем заниматься. Попробуем трюки похерачить. Можно попробовать кубок проехать. Платформу посмотреть. Конструктор, друзья, я сказал в 16 серии, после 15. Ну и посмотрим, друзья. Это можно долго там их строить, но это слишком много времени мы тратить не будем. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте это видео. И всем до встречи как и на видео, так и на трансляциях. И на этой игре становится уже сложновато, да? Trackmania Sunrise Extreme. Всем пока.